Впервые в истории Ульяновской области накануне Дня Победы был выпущен конверт, посвященный полному кавалеру Ордена Славы Сергею Трофимову. Презентация и гашение конверта прошли в выставочном павильоне «Оружие подвига» Ленинского мемориала. Мы много раз пытались выпустить подобные конверты разным нашим. У нас больше 30 кавалеров, полных кавалеров Ордена Славы, но ни разу еще в истории Ульяновской области это не венчалось успехом. И вот в этом году звезды сошлись на Сергея Петровича Трофимова. И этот конверт вышел. Выпущено 100 тысяч конвертов, поступило в Ульяновск. 100 тысяч людей увидят и будут задумываться над тем, а кто же такой Сергей Петрович Трофимов. Встречу приурочили еще и к столетию со дня рождения Сергея Петровича Трофимова. За период Великой Отечественной войны полными кавалерами Ордена Славы стали 2671 человек. В советское время они приравнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза. В постоянной экспозиции Музея оружия подвига хранятся копии наград и документы полного кавалера Ордена Славы Сергея Трофимова. Его сын Николай Сергеевич Трофимов на встречу принес подлинные награды отца. Медаль за отвагу минометчик Сергей Трофимов получил через несколько дней после первого боя, который случился 1 июля 43 года. Когда началась война, он еще был школьником. В 42 году закончил 10 классов. Его направили в Симферопольское пулеметно-минометное училище. Но доучиться до звания лейтенанта курсу не удалось, потому что весной 43-го года поступил приказ, и весь курс, 900 человек, был направлен в район Курской дуги. Как сказал Николай Сергеевич, его отец воевал в составе 289-го гвардейского стрелкового полка, прославленной 97-й гвардейской дивизии, до победного конца войны. Война для Сергея Петровича закончилась в Праге. Он был ранен 5 мая 1945 года в голову. Ну, его спасала санинструктор Мария Петровна Кухарская. И вот в одной из книг, где про нее было написано, она говорила об этом событии следующие слова. «Сергей Петрович Трофимов был моим последним раненым». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за мужество, отвагу и героизм гвардии сержант Трофимов Сергей Петрович награжден орденом Славы первой степени. В 1947 году он был демобилизован и вернулся в родное село. По направлению Пензенского обкома ВКП был направлен на учебу в Куйбышевскую юридическую школу, которую окончил в 1949 году, а в 1954 году Всесоюзный юридический заочный институт. Профессиональную деятельность Сергей Петрович Трофимов начал в селе Игнатовка Ульяновской области. Он прошел нелегкий путь от следователя районной прокуратуры до старшего помощника прокурора Ульяновской области. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.